Сегодня сильный ливень проверил на прочность набережные Челны. Рано утром на некоторое время город превратился в Венецию, а машинам пришлось буквально плыть по образовавшимся на дорогах рекам и озерам. Справились ли ливневые стоки с неожиданным потоком воды, расскажет Эльмира Гайнудинова. Вот такие кадры затопленных челнов разлетели сегодня по группам в соцсетях. Потребовалось всего несколько минут, чтобы в городе появились новые озера. Погода периодически проверяет на прочность систему ливневой канализации в челнах. На этот раз испытания городские сети прошли. Чего не скажешь о некоторых автолюбителях. Так, на пересечении Вахитова и 40 лет Победы произошла авария. За рулем автомобиля сидела 26-летняя девушка. Из-за скользкой и мокрой дороги, а также высокой скорости она не справилась с управлением. В результате аварии пострадала не только сама автолюбительница, но и ее 5-летний сын. Они были доставлены в БСМП. По словам очевидцев, девушка за рулем иномарки следовала по улице 40 лет Победы. Проехала по трамвайным путям, не справилась с управлением, наехала на бордюр, а затем снесла столб освещения и светофор. Опору демонтируем. Вместо него в ближайшие дни поставим другую новую. Этот опора уже ремонту не подлежит. Затяжной ливень оставил большие последствия на внутридворовых дорогах. Особенно остро это почувствовали жители дома С-24 поселка Сидоровка. Сегодня они не могут подойти к площадке для сбора мусора. Хотя дорогу здесь им обещали отремонтировать еще в июне. Но сейчас сроки сдвинули до конца августа. Как дождь пройдет, дороги такие плохие. Здесь без конца машины ездят, лужи. Вот с коляской не пройти вообще. С коляской приходится все обходить. Дорога разбита, к ней не подойти. Вот особенно вот после дождей. У нас в доме живут и пенсионеры, и старики. Да, в основном здесь. На улице Грина также образовалось небольшое озеро. По словам автолюбителей, ливневки на этом участке нет, из-за чего каждый раз после дождей дорогу затапливает. А водоем высыхает естественным путем. Лужи образовываются всегда. Весна, осень, вот сильные дожди, летом – это беда. Постоянно вот это здесь происходит. Сейчас тут еще школьников нет. Если вот осенью, тут вообще просто детям пройти негде. Я часто езжу в Закаме, отсюда проезжаю. И лужи после дождя всегда скапливается здесь. Здесь ямы, их не видно, но когда проезжаешь на машине, можешь попасть в яму. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди и грозы в Челнах продолжатся. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Радик Ганеев, Челны 24.